Кришна Чайтаньям Прабху Дая Карамарем Тамабина Кедаяхану Джагата Самсарем Шри Кришна Чайтанья Прабху Дая Карамарем Тамабина Кедаяхану Джагата самсарем. Патита павана хето тавайаватарам. Мусама патита прабхуна пайбе. Патита павана хето тавайаватарам. Мусама патита прабхуна пайбе. Аха прабху нитянандахам премананда сукхи. Крипа бало канако ром нами бородоким. Дая кара сита пати адвайта госай. Дава крипа бале пай чайтанья нитай. Аха сваруп санатана рупа рагуната бата йога ши джива рабо локанатам. Дая карам ши ачарья прабху шинивасам. Рамачандра сангамаге наротамадашам. Шри Кришна Чайтанья Прабху Дая Карамаре Томабина Кедаяно Джагата Самсарем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джаян Гауранитай, 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 Джая Гауранитай. Джая Джая Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад. Джай Шрила Прабхупад,
Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шила Прабхупад, Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шила Прабхупад, Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шила Прабхупад. Джая Джая Шри Чайтанья Джая Нитьянанда Джая Двайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вринда Джая Джая Шри Чайтанья Джая Нитьянанда Джая Двайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вринда Джая Джая Шри Чайтанья Джая Нитьянанда Джая Двайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вриндам Шри Чайтанья Бхагавата Ки Джай Шрила Вриндаван Дас Такур Ки Джай Шрила Бхакстан Сарасвати Такур Госвами Махарадж Прабхупад Ки Джай Апай Чарана Равинда Бхакти Видан Свами Шрила Прабхупада Ки Джай Всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху Ки Джай Нитай Гора Премананде Так, дорогие преданные, мы продолжаем служить Чайтанья Бхагавате. Мы читаем последнюю главу Адиканды, 17 глава. Господь посещает Гаю. Стих 116 мы почитали в прошлый раз, но еще раз почитаем с короткими комментариями Ачарья Дева, Шрила Бхакстан Сарасвати Такура. Такой невероятный стих. Стих 116. Кришне ре бапаре, мора дживан шрихари, кондике гела мора пранакари чури. О мой дорогой Кришна, о мой отец, о Хари, моя жизнь и душа, куда же ты ушел, похитив мое сердце? Комментарий Ачарья Дева. Пребывая в умонастроении Дася Расы, то есть воспринимая себя слугой Кришны, Господь думал о Кришне как о своем отце, а себя считал его сыном. При этом Господь обращался к Кришне с такими словами: «О мой отец, о Кришна, ты моя жизнь и душа, куда же ты ушел, похитив мое сердце? Лишенный сердца, я не нахожу себе места». Вместе с тем я понимаю, что тот, кто украл мое сердце, мой единственный хранитель и защитник. В предыдущем комментарии к 115 стиху Ачарья Дева говорит, считая себя предавшимся слугой Шри Кришны, Шри Гаурасундар плакал, громко взывая к Господу голосом, полным преданности и любви. Стих 117. Пайну Ишвара Муракон Кикегела Шлокапади Прабху Кандите Лагила. Я увидел моего Господа, но в следующее мгновение он исчез. Где мне теперь искать его? Произнеся эти слова, Господь стал плакать и петь шлоки на санскрите. Комментарий Ачарья Дева. Санскритские стихи, в которых раскрывается настроение разлуки с Господом Кришной, можно найти в Шримад Бхагаватам 10.35-12, 10.31, 10.31 и 10.47-12-21. Однако эти стихи могут обсуждать лишь великие души. Здесь очень важно, что есть много групп пракрита-сахаджев или нетерпеливых, вульгарных людей тоже, которые... Они просто обсуждают эти стихи, будучи невеликими преданными. Стихи, где проявляется разлука Господа с Господом, его преданных гопи, обсуждают только на освобожденном, трансцендентном, возвышенном уровне. И при этом не только говорящий должен быть на освобожденном уровне, слушающие тоже должны быть на этом уровне, чтобы воспринимать правильно. Стих 118. Према бхакти расе магна хайла ишвар сакалаши анга хайла дулая дусара
Господь был охвачен экстазом божественной любви, и все его тело было покрыто пылью. Стих 119. Артанада кари прабху даке учай сваре, кота гела бапа Кришна чадия мохаре. Он громко и горестно взывал Кришне: «О, дитя мое, куда ты ушел? На кого ты меня оставил?» Комментарий Ачарьядева. Когда Кришна уезжал из Враджа в Матхуру, его родители, то есть преданные, питающие к нему чувства Ватсаля Расы, Нанда и Яшода, переживая разлуку с ним, Випраламба Расу, звали его как своего сына Бапа. Точно так же Господь Гаурасундар, находясь в роли преданного, взывал Кришне: «Бапа, Бапа». То есть здесь Господь вспоминал чувства своих отца и матери. То есть не он взывал как дитя мое, а вот он вспоминал чувства, когда мама и папа, Нанда Махараджи, мама Яшода, они звали его. Поэтому в предыдущем стихе Ачарьядева говорит, Господь стал санскритские стихи, как бы в настоянии разлуки, повторять. В предыдущем стихе говорит Шрила Вриндаван Дас Такур, 117-м, что... «Где мне теперь искать его?» Произнося эти слова, Господь стал плакать и петь шлоки на санскрите. Господь стал вспоминать эти чувства своих родителей. Ачарьядева комментирует. «Нанда и Яшода, переживая разлуку с ним, Випраламба Расу, звали его как своего сына, Бапа. Точно так же Господь Гаурасундар, находясь в роли преданного, взывал Кришне: «Бапа, Бапа». Хотя Шри Гаурасундар является объектом Вишая всех пяти рас, он одновременно проявляя настроение субъектов Ашрая рас. Живое существо, достигнув ступени совершенства, независимо от духовных предпочтений, познает Кришну как объект своей любви. Для преданного, осознавшего себя Матуря Бхактой, Кришна – идеальный возлюбленный. Для Ватсаля Бхакты – Кришна – сын. Для Сакья Бхакты – Кришна – друг. Для Дасья Бхакты – Кришна – юный принц, сын царя Враджа. Для Шанта Бхакти – коровы, деревья, травы, флейты и так далее – Кришна – объект обожания. Так жители Голоки Вриндавана, обладающие пятью видами настроений, служат Кришне, единому, верховному, недвойственному Господу. Здесь очень важно понять, что Господь фактически одновременно он проявлял, может проявлять настроение субъекта Ашрая и может проявлять настроение объекта Вишая. Хотя Шри Гаурасундар является объектом Виши, объектом любви всех пяти рас, он одновременно проявлял настроение субъектов Ашра. То есть он может фактически, только Господь такое может. Он и принимающий любого служения, и может одновременно играть роль отдающего, то есть преданного. И такую роль играет Господь Гаурасундар. Но живое существо, пишет Ачарьядева в комментариях, достигнув ступени совершенства, он независимо от духовных предпочтений познает Кришну как объекта своей любви. То есть Кришна для него вишая, то есть объект, на которую раса живого существа направлена. То есть Кришна никогда не становится ашраей, субъектом. Он объект вишая для преданного. А вот для Кришны он может играть и роль, он таково, естественно, его состояние вишаи, то есть принимающих всех любовной расы, и может играть роль одновременно, при том ашраи, дающий любовь, то есть преданного. Поэтому только Господь может таким быть, такие возможности иметь. Для преданного, осознавшего себя Матуря Бхактой, Кришна идеальный возлюбленный.
Для Бацаля Бхакти Кришна сын, для Сакья Бхакти Кришна друг, для Дасья Бхакти Кришна юный принц, сын царя Враджа, для Шанта Бхакти коровы, деревья, травы, флейты и так далее. Кришна объект обожания. Так жители Голоки Вриндавана, обладающие пятью видами настроений, служат Кришне единому, верховному, недвойственному Господу. Стих 120. Е прабу ачиля ати парамагампира. Се прабу хайла према парамастира. Господь еще недавно серьезный и рассудительный, теперь был охвачен экстатической любовью. Комментарий Ачарьядева. Тот же самый немой пандит, рассудительный и серьезный учитель из Навадвипы, теперь потерял душевный покой, охваченный любовью к Кришне. Любовь к Кришне такова, что даже спокойный, как миллионы океанов человек, становится беспокойным и своенравным. В связи с этим рекомендуем читателю обсудить следующие стихи Чайтанья Чаритамриты. Кришна Мадурира Эка Свабхавика Балам, Кришна Динара Нари Карае Чанчалам. Красота Кришны такова, что заставляет биться сердца всех мужчин и женщин, начиная с самого Господа Кришны. Адилила 447. Кришна Ади Араята Ставара Джангама, Кришна Преме Матта Каре, Кришна Санкиртане. Святое имя Кришны так чудесно, что любой, кто повторяет его, будь это кто-то из движущихся или неподвижных существ, или даже сам Господь Кришна, обязательно обретет любовь к Кришне. Таков плод повторения мантры Харе Кришна, Антялила 3.268. То есть здесь очень важный момент, что любовь к Кришне такова, что даже спокойный, как миллионы океанов, человек становится беспокойным и своенравным. И это комментарий Ачарьядева Шрила Бхактивинода Тхакура, Бхактистан Сарасвати. То 21 стих. Гада гади яен кандена учасваре басилена ниджа бхакти вираха сагаре. Он катался по земле и громко плакал, все глубже и глубже погружаясь в пучины океана разлуки с Кришной. Комментарий Ачарьядева. Словосочетание бхакти вираха сагаре означает «находясь на зрелой стадии випраламба расы». Стих 122. «Табеката кшане аси сарвашища гане, сустакарилена аси ашиша ятане». Спустя некоторое время пришли ученики Нимая и стали заботливо успокаивать его. Стих 123. «Прабу бале то марасакале яха гаре». Муи арана яйму самсара битаре. Господь сказал им, возвращайтесь в Навадвипу, что же касается меня, то я оставлю семейную мирскую жизнь. Стих 124. Матура деките муи чалиму сарватам прананатам ура Кришна Чандра Панаятам. Я пойду в Матуру, чтобы увидеть господина моей жизни Шри Кришна Чандру. Комментарий Ачарьядева. Погруженный в настроение гопи олицетворения Матуры расы, Господь призывал Шри Враджендра Нандану, повелителя этой расы, называя его Прананатха Кришна Чандра. Стих 125.
Нанарупе сарвашишья гана прабхотхайя, стиракари ракилена сабай милия. Ученики старались успокоить Господа и привести его в чувство. Стих 126. Бхактирасе магна хай вайкунтера пати. Читте свастья напаена рахибена кати. Однако повелитель Вайкунтха был погружен в настроение преданности, а его сердце рвалось Господу Кришне. Кто бы смог успокоить его? Стих 127. Кахарена бали прабху катаратри шеше. Матураке чалилена премера авеше. Ранним утром, не сказав никому ни слова, Господь, пребывая в состоянии трансцендентного блаженства, отправился в Матхуру. Комментарий Ачарьядева. Пребывая в настроении гопи, скорбящих в разлуке с Кришной, когда тот уехал в Матхуру, оставив Вриндаван, Шри Гаурасундара не оповестив своих спутников, ранним утром отправился в Матхуру, желая увидеть Господа Шри Кришну. Стих 128. Кришнаре бапаре мора пайму котае, эй мата балия яйна гаурараям. Господь Гаура шел по направлению к Матхуре и громогласно восклицал: «О Кришна, о мое дорогое дитя, где мне искать тебя теперь?» Комментарий Ачарьядева. Помимо настроения Матхуры расы, о чем говорилось в предыдущем стихе, Шри Гаурасундар испытывал настроение ватсаля расы. В этом настроении он искал Кришну и звал его жалобным голосом. То есть только Господь может вот так. Стих 129. Катадура яйта шунена дивьявани, экане матура на яйба двиджамани. Пройдя некоторое расстояние, Господь услышал голос с небес. О, лучший из брахманов, тебе не стоит идти в Матхуру сейчас. Стих 130. Яйба ракалаче, яйба такане, навадвипени джагрихе чалаха экане. Когда придет время, ты сможешь отправиться в Матхуру, но сейчас тебе лучше вернуться в Навадвипу. Стих 131. Тумиши вайкунтаната локанистарите, аватирнахая часабарасахите. Ты повелитель Вайкунтхи, ты пришел в этот мир вместе со своими спутниками, чтобы даровать освобождение всем живым существам. Стих 132. Ананта Брахманда Майакарья Киртанам Джагатере Балайба Према Бхакти Дханам. Ты станешь распространять сокровища экстатической любви, и звуки твоего киртана заполнят бесчисленные вселенные. Стихи 133-134. Брахма Шива Санакади Ерасе Вихвала Махапрабху Ананта Гайнае Мангалам Тахатуми Джагатере Дибара Каране Аватирна Хаяча Джанаха Апане. Мы знаем, что ты пришел в мир для того, чтобы раздавать любовь, славу, которую воспевает Господь Ананта, и во власти которой всегда пребывают Брахма, Шива и четверо кумаров. Стихи 135-137. Севака Маратаво Чахикахибарам Атаева Кахилана Чаранетомарам Апанаравитата Апанетами Прабу Томарае Иччасе Лангхананахе Кабху Атаева Махапрабху Чалату Мигхара Виламбе Бекиба Аси Матура Нагара. Мы твои слуги, хотим напомнить тебе о твоей миссии. Ты абсолютно независим, никто не может помешать тебе исполнить все то, что ты задумал. Но мы смиренно просим тебя, о наш Господь, пожалуйста, вернись домой. Придет время, и ты сможешь увидеть город Матхуру. Комментарий Ачарьядева, и здесь мы узнаем, кто звал вот так Господа Гаурасундара, кто говорил с ним.
Боги сказали с небес, вот боги говорили. Боги сказали с небес: «О Верховный Господь Гаурасундар, мы твои вечные слуги напоминаем, что ты явился в этот мир, чтобы распространить любовь к Богу через воспевание святых имен. Сейчас тебе нет необходимости идти в Матуру. Как Верховный Господь, ты контролируешь каждого, и никто не может нарушить твою высшую волю. Не иди в Матуру сейчас, лучше вернись в Шри Майяпур Навадвипу». Здесь мы можем понимать, что вот эта любовь Господа в его желании испытать любовь вриндаванских жителей, вот эта любовь, она фактически является внутренней причиной прихода Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, ощущение этой любви, когда он захотел уйти в Вриндаван. А вот распространение святого имени – это внешняя причина прихода Господа. И внутренняя причина побеждает внешнюю причину. Эти третьи и четвертые главы Шри Чайтаньи Чаритамриты объясняют внутренние и внешние причины. Одна глава – внутренние причины Господа, несколько, и другая глава – несколько внешних причин. Поэтому мы можем понять, что вот это спонтанное состояние внутренней причины прихода Господа Шри Чайтаньи Махапрабху побеждает здесь его, то есть его поведение идет спонтанно, где его сердце. А вот внешняя причина – это из сострадания, что он хотел всех спасти. Его напоминают боги. Боги, то есть полубоги, да. Чарядева говорит «боги». Мы знаем, что эти боги, они полубоги. Есть один бог только. Вот. И так говорят им, или говорят полубоги, или говорят боги. Это все, Чарядева как говорит, это все авторитетно. Они тоже участвуют в играх Господа, и их роль сейчас молиться и напоминать Господа о том, что он сейчас должен не идти в Матуру, не забываться о своих чувствах, а распространять святое имя, спасать людей. Стих 138. Шунина Акашавани Шри Гаура Сундара Ниварта Хайла Прабу Хариша Антара. Услышав небесный голос, Шри Гаурасундар был удовлетворен и прервал свое путешествие. Стих 139. То есть Господь был удовлетворен от этого правильной, искренней молитвы богов. И он прервал свое путешествие. Вот какой Господь прекрасный. Стих 139. Васая сая сарва шишера сахите ниджагрихе чалилена бхакти пракашите. Затем Господь вернулся в Гаю, а после этого в сопровождении учеников отправился в Навадвипу, где начал открыто являть свое преданное служение Кришне. Стих 140. Навадвипе Гаура Чандра Карила Виджая Дине Дине Баде Према Бхактира Удая. Когда Господь Шри Гаурасундара прибыл в Навадвипу, его любовные чувства к Кришне стали усиливаться день ото дня. Стих 141. Адиканда Катта Пари Пурна Эйхайте Матьяканда катта эбе шуна бхаламате. На этом заканчивается повествование Адиканды. Теперь, пожалуйста, послушайте, о чем расскажет Матьяканда. То есть Шрила Вриндавандас Тхакур на 140-м стихе говорит уже, что заканчивается вот этим стихом. Когда Господь Шри Гаурасундар прибыл в Навадвипу, его любовные чувства к Кришне стали усиливаться день ото дня. Вот этим стихом заканчивается Адиканда, 17 глава. Но глава еще не закончилась, потому что есть еще 24 стиха, то есть глава 164 стиха.
И мы постараемся в следующий раз все прочитать, дорогие преданные. Прекрасное объяснение Шрила Вриндавандас Тхакура. Дальше, что будет? И Ачарьядева Шрила Вриндавандас Тхакур в экстатическом состоянии любви. Он хочет в конце Адикханды, хочет и делает это, рассказать для читателей, рассказать, что будет, каковы его реализации, чувства, послания к слушающим Шри Чайтанья Бхагаваты, что будет в Шри Чайтанья Бхагавате в Матхьяканде и какие он послания нам дает. Это невыразимо словами просто что-то сказать. Это мы прочитаем оригинал Ачарьядева в следующий раз. Это просто трудно описать потрясающие чувства и слова Шрила Вриндавандас Тхакура какому-то обусловленной душе. Это нужно просто испить как спасительный нектар бессмертия. Навадвипе Гаура Чандра Карила Виджая Дине Дине Баде Према Бхактиря Удаям. Когда Господь Шри Гаура Сундар прибыл на Навадвипу, его любовные чувства к Кришне стали усиливаться день ото дня. И здесь мы на 140 стихе закончили. 141 стих тоже прочитали, что на этом заканчивается повествование, но мы продолжим дальше 141 стиха. То есть сегодня мы закончили. Спасибо, дорогие преданные. Вся слава Шрила Вриндавандас Тхакуру. Вся слава Шриле Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Госвами Махараджу Прабхупаде. Вся слава Пхай Чарана Равинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупаде. Вся слава всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Вся слава Вакришвару Пандиту. Его день сегодня ухода близкого спутника Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Не дай гора, Бремананде, спасибо вам большое. Пожалуйста, испевайте этот нектар каждый день. Шри Чайтанья Бхагаваты, Шри Чайтанья Чаритамриты. Это нектар бессмертия. Как говорит Господь, что Гаура Катха, как говорит не Господь, а Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, что вот это Гаура Катха из этих двух писаний, Шри Чайтанья Бхагаваты, Шри Чайтанья Чаритамриты, может каждого спасти в этом мире. Человек должен слушать эти повествования и достичь трансцендентного любовного состояния Господу, своего изначального состояния. Харе Кришна. Джай Шрила Прабхупада. Спасибо большое.